Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dino Bash. Так, у меня новое достижение, я только зашел в игру, уже достижение. Ну что ж, поехали играть, конечно же. Будем, как всегда, защищать яйцо огромнейшее просто-напросто от первобытных людей. И у нас 21-я миссия. Отлично. Ну что, стартанем, я думаю, сразу же, как говорится, с пылу с жару. Оставляем именно вот этих вот динозавриков. И зря вы говорите, ребятули, что вот это вот прокачивал типа раптора зазря. Все пучком. И к вашему сведению, трицер это и есть трицераптор. По-моему, так. Может быть, я вру. Ну, не должен. Поехали. Поехали, сейчас будем наказывать. Будем наказывать жестоко этих первобытных людей, потому что они надоели нам. Они так и норовят украсть у нас это яйцо. Так, смотрим. Отлично, все отлично. Появляются огненные троглодиты. А вот это плохо. А вот это плохо, я вам скажу. Потому что огненные троглодиты это боль. Понимаете, ребята, это боль. Ну мы вот так вот будем делать. Упс. Потом еще вот так вот. Ай, как хорошо, как красиво. Так, давайте, тут нужны, ребятушки, плевуны. Вы скажете, почему плевуны? Ну, потому что они... Так, секунду, а если мы вот этого вот выпустим? Он, интересно, сможет их сбить или нет? Как думаете? Да что ж ты морозишь-то не того мне? Ну-ка, собьет он? Да, он неплохо сбивает, он не только, оказывается... сбивает кто с щитами, ну и обычных охламонов. Нате! Блин, они крепкие, ребята. Я немножко их недооценил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как они... Как же они быстро с нами справляются? Да что ж ты будешь делать-то? Ну-ка. Заморозили. Плевунчик, молодец, по красоте. Все пока у нас идет. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да что ж ты будешь делать? Что ж ты будешь делать-то? Ах, ломонище ты этакое. Да взорвись ты. Вот так будешь знать свое место. Ой, а тут со щитом. Ну-ка, а если мы его вот так вот? В заморозку. Вот-вот-вот-вот, плюйте по нему. Молодцы. Так, выпустим вот этого вот. Давай-давай, тараних всех там. Молодец. Красавчик ты мой, Рэмбо. Ненаглядный. А почему ты пробежал-то там дальше? Так, этот не огненный, поэтому все под... Что, последняя волна? Ладно, я понял. Последняя, ребятушки, волна. Блин, ну там волна... Жестокая просто волна бежит какая-то. Так, этого заплюем, я надеюсь. Или не заплюем, блин, нет, не заплевали. Минус. Так, трицераптор у меня идет. Трицер, ладно, пускай будет трицером, ребята, он. Слушай, ну я его раскачивал, что-то он такой ватненький. Тут надо бомбить. Так, с факелами попрошу уйти. Не нервируйте меня, мули. А ну-ка, давай, Рэмбо, устроим карнавальную ночку. Вот так вот, всех, как говорится, в отстой. Что, шаман, пришел? Не пора ли тебе отсюда слинять, а? Вот, другой разговор. Слушайте, ну, по-моему, никто у нас здесь не... О, я еще и вот такую бомбочку в конце им кидану. Пускай радуются. Ой-ой-ой, они уже практически возле яйца. Вы представляете, ребята? Практически возле яйца. Фу, я вроде бы отстоял, да? Но вы не забывайте, что у меня есть валун, у меня есть заморозка. Я этим еще пока не пользуюсь. Ну, потому что, как видите, не надо было. Повышение уровня. Отлично. Получил один бриллиантик. Как щедро с вашей стороны. Супер валун, гигантский булыжник сметает почти все. Одноразовое предложение купить. А зачем? У меня есть, не надо мне ничего покупать. Что тут у нас? Сыграй один уровень по твоему выбору. 500 монет, ребят, мы с вами получаем. Да что ж ты будешь делать? Ты все время не со своей оценкой ко мне лезешь. А это что такое? Это как это он так... Как это он так с дерева побежал? Опа, ребятуль, смотрите. Какое-то яйцо тут у нас будет, что ли? Не знаю. Блин, как же мне нужны вот эти вот ячейки? Вот поверьте мне, но они за алмазики. А алмазики нужно копить или донатить. Ненадолго появляется тирексик. Ненадолго? А где он? Ребят, я не вижу, чтобы тут был у нас какой-то тирексик.
Пускай даже... О, вот, Рэмбо сейчас будет их... Слушай, ты с факелом, успокойся, а. Потушили, потушили. Сбивай, 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 Рэмбо. Воу, вот он, тирексик-то идет. Самый настоящий тирексик. Кто-то мне из подписчиков порекомендовал. Говорит, купи тирексика и не будешь знать печали. На самом деле, ты посмотри, какой он мощный. Он просто мощнявший. И вообще ему пофиг на все. Слушай, ну это имба. Тирексик это чистая имба. Тут по-другому не назовешь. Жалко, его, конечно, сейчас расколбасят. Но, тем не менее, ты посмотри, сколько он наносит дамагу. Это, знаете, у меня такое ощущение, что специально дают попробовать тирексика, а потом после него сразу предлагают. Парень, не хочешь ли купить себе такого тирексика, чтобы быть в куражах? Любой, кто коснется, получит урон. Защита яйца. Не понял. Так, этот первоклассный динозавр сметает троглодитов. Купить. Да ну. Ребята, вы что, издеваетесь, что ли, такие расценки? За 14 алмазиков я должен заплатить почти 150 рублей. Нет, спасибо большое, не хочу, не буду. И не уговаривайте, и не надо мне. Слушай, мне интересно знать, что это у нас там за новые способности открыты. Сейчас я посмотрю. Защита яйца, 4000 стоит. Любой, кто коснется, получит урон. Не пойму. Вот серьезно говорю, не пойму я, что это такое. Удвоение опыта. Вот это, кстати, хорошо было бы. Опыта бы, да? Удвоение. Так, плювик. Нет, мы тут больше никого не можем с вами улучшить, к сожалению. Поэтому что? На 23-ю миссию мы с вами с радостью бежим. Кстати, там скоро еще какой-то динозаврик откроется у нас. Буквально через пару уровней. Угу. Время швыряться. Да? Ну, давай посмотрим. Пиу! Отлично. Так, уйди ты, козе, в трещину. Ты достал. Слушай, ну что-то эта шарапнель как-то... Как-то... Фу, кака, короче. Шарапнель, это, ребята, кака. Она мне не нравится. Ну как-то... Ну что это? Ну это несерьезно. В чем у них... Они как... Я не понимаю, как они тут... Что? Последняя волна? А, ну это хорошо, что последняя волна. Почему-то вот эти вот крепкие... А остальные, в принципе, все ватные. Вот если по большому счету посмотреть. Вот этот вот как лидер у них, что ли, он бежит. Такой, знаешь, довольный. Ну, сейчас он траванется здесь еще, наш терновый кустарник об этот. Траванется. Так, давай здесь сюда пульнем. Может его заморозить вообще, к ядре не. Все, да выезжался. Ага, еще один такой же, да? Силач бежит. Кто там, что там, пикает кто-то. Кого-то убил нечаянно. И кустик вот этот тоже какой-то слабенький. Ну смотри, ну что это? Ну что, ну бомбы нет куста, все, разбомбили. Отлично, по-моему, все. Да, победа моя. Все шикарно, денег мало. Грустить, как говорится, не о чем. Денег нет, ну держитесь. И смотрите-ка, кто такой, что за красавец. Похож чем-то, ребят, по мордочке на черепаху. Я могу ошибаться. Ну, представляете, динозавр-черепаха. Медленный, но крепкий танк. Появляется огненный... Опять эти огненные троглодиты здесь, да? Да, ребятушки, собственной персоной. Они тут бегут. Бумс! Этого бесполезно трогать. Вот кто нам нужен. Нам нужен Рэмбо. Блин, подожди. Подожди. Рэмбо бы сбивал щитоносов, но он должен, по идее, и этих снести. Вот, видите, как он их сбивает. Просто на ура. А вот, ребята, и морозные троглодиты бегут. Да куда ж ты бомбанул-то, ядрить тебя на 25 корней? А если я так сделаю? И бумс! Это кто тут у нас? Кто тут у нас втихушечку ползет-то, а? Типа я его не вижу, да? Ага. А я вот возьму и увижу. Плювик, ты же пикнуть не успел, как отгреб. Да что такое-то, эй? Слушай, мне этот куст напрягает, вот серьезно говорю. Давайте что-нибудь... Так, погоди. Раскрыли, да, типа мы его? Бомбим. Так, это у нас... Вот так вот. Что там, опять? Опять хил. Опять, ребята, хил. И он хилит, причем, блин.
Да он в срачке. Мы его завалили. Давай, давай, Плювик. Не сможет, не сможет. Он не смог, не успел. Не хватило, блин, силенку нашего Плювика справиться. Ага. Так, слушай, тут много уже собралось. Давай вот так вот сделаем. Упс. И вот как-то вот беспонтово, да, все это произошло у нас, если честно. Плювики! Вы будете плеваться сегодня или нет? Так. Подойди, подожди-ка. Вот это мне не нравится, ребят. Шаман. Шаман, мне не нравится он, я говорю еще раз. Давай. Шамана убьем. Убьем мы его к ядре не фени, чтобы его тут духу не было. Ёхлованы, я думал, это последняя волна. Нифига себе последняя, ты посмотри. Ух ты, как их сразу поредело-то. Ну и что ты бежишь? Что ты бежишь? Я ж тебя сейчас... Опс, и все, замороженный. Иди отсюда, гуляй, Вася. Блин, а тут их еще... Ё-моё. Одного убиваешь, десяток бежит. Блин, огненный, это опасно. Слушай, мне нужно, знаешь, что сделать? Мне нужно подбить их всех. Всех подбить. Да чтоб тебя... Да что они без конца-то бегут и бегут? Бегут и бегут. И нет им конца и края. Я понимаю теперь подписчика, который сказал, что дальше там будет, ну просто трындец. Я уже вижу, что здесь трындец, ребятули. Уже вижу, что здесь трындец. Да когда ж вы закончитесь-то, эй? Олухи. Наверное, никогда. Наверное, никогда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Плювик. Плювика сейчас забомбят. Чтоб тебя. Вот эту, ребята, свору нужно всю подбить. Они уже к яйцу подбираются. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ну. Ты завязывай уже так дурковать-то, парнишка. Фу, новый динозавр Стега. Где он? Опачки, ребят, Стега. А я думал, черепаха. Такая мордочка, знаешь. Типа, я не при делах, я иду себе спокойно. Что-то у нас такая армия идет сюда. Ага, ага. Все, я понял, давай вот так вот вызовем Рэмбо. Тудуш. Давай. А где стегозавр-то? А, вон он, позади. А, он камнями бросается. Это типа местные катапульты получается, да? Ну что же, я очень рад, что у нас появляется катапульта, ну, своего рода. Мне как раз не хватало. А то у них, видите ли, есть эти стреляющие. Бросают смертельные снаряды, но здоровья не так много. Да, нормуль. Злобный двойник Рэмбо, бесстрашный, врывается в бой. Бесстрашно врывается в бой. Да понятно, что ты бесстрашно врываешься в бой, но... Нету у меня этих рубинчиков, алмазиков. Так, для вас имеется скидочка на монеты и бриллианты. Распродажа бриллиантов Нет, спасибо большое. Меня этим не заманишь. Ух ты, нифига себе у нас денег сколько. Что-то тут можно, ребят, приобрести. За 4000 стегозавра я... А, это улучшить. Это улучшить. Я даже не знаю, ребят. Может быть, у нас у Рэмбо-то второй уровень. У Плювика второй уровень. Так, у Раптора третий уровень. И у Кусаки. Зачем я Кусаку, ребята, качал, ума не приложу. Так, уйди ты отсюда. Я, наверное, все-таки лучше вот так вот сделаю. Так, через полторы минутки он у меня будет, как говорится, на коне. Нам нужно, знаете, что еще сделать? По-моему, бомбу из лавы прокачать. Дополнительный снаряд. Быстрые снаряды, блин, ну все за алмазы, чтоб тебе было пусто. Так, секундочку, мы возьмем с вами, наверное, вместо... Без Плювика-то, наверное, 10 яблок он стоит, ого. А давай вот так вот попробуем сделать. Мы все равно как бы с вами Стега не очень хорошо используем, да? Сейчас вот я убрал, и я об этом наверняка пожалею, что я его убрал. Осторожно, мне послышались какие-то жуткие крики. Что тебе там все слышится-то? Давай вот так вот сделаем. Ага, бегут оборванцы. Бумс. Так, мне нужен Рэмбо здесь. Рэмбо, ты где?
Тут чувак со щитом, их даже двое. Пробомби, пожалуйста. По красоте. Вообще шикарно. Блин, мне нужен еще один Рэмбо. Вот этих вот говнюков я буду бомбить. Тут сделаем заморозку. И давай-ка, наверное, вот так вот бросим бомбочку. Ах, там шаманище. Позорный. Вторая волна. Что, сразу же, что ли, уже вторая волна бежит? Больно круто. Бум-бум-бум. Давай, ах ты, почему ж ты? Разбомбили. Что там такое, что это за звуки? А, это же у меня стегозавр. Ёлки-палки, камнями бросается. Ну, не так много здоровья. Вообще здоровья нету, блин, просто с удара бумс, и он упал, ребят. Ну куда это годится? Мало говорит, здоровья у него. Давай, Рэмбо, тут наших бьют. Третья волна. Слушай, я могу, конечно, сделать заподлянку. Просто сейчас выкинуть этот, как его, супервалун на них. И все, и будут знать свое место. Шантропа, голодранцы. Ну куда вы бежите-то? Так, Стега, давай, ты мне нужен. Ты мне, блин, нужен как никогда, как манна небесная. Рэмбо, 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 Рэмбо. Рэмбашка, пошел. Этих мы заморозим всех к ядрене фени. Рэмбо, беги, 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 беги. Сбивай их тут всех. Отлично, получается у тебя просто шикарно получается сбивать. А вот этого мы сейчас нахлобучим. Это что, это что? Это что, это что за крики сейчас были? Да ну ты какой-то стек... Это кто? Это кто такой? Нет, не может этого быть. Не может этого быть. А я вот так вот сделаю. А? Камень, она камень ломает, ты представляешь? О-оу, о-оу. Так, все, я понял, в чем проблема. Значит, отхиливают, да, паразиты? Значит, они отхиливают. Давай вот так вот сделаем. Я, ребят, по-моему, делаю заморозку нафиг. Вот таким вот образом. В атаку. Знаешь, таким замедленный. В атаку. Заморозку нафиг. Да ну, ты посмотри, я не могу пробить. Что ты будешь с этой чувырлой делать? Мои плювики просто... Просто тут... Ну, давай, бомбу. Ну, да чтоб тебя так... Нет, ну не могу я ее подбить. Или могу? Или могу, но не хочу. Ой, к яйцу подобрались. Валун, поехал. Слушай, ну если я уже тут валуны начинаю тратить, блин, я не знаю, что дальше будет. Что дальше будет? Ничего хорошего, наверное, не будет. Сложно. Я уже в шоке, честно сказать, вот от этого чучела, которое сейчас бежало на меня. Действительно, какой-то великан первобытный. Бежит, блин, вы смотрите, я и бомбы бросал, и что только там не делал. Стега, обучение завершено, ага. Если бы он был бы не такой ватный, меня бы это хоть как-то радовало. А тут, ну, блин, я не знаю, ребят. Ну, что можно улучшить, а? Что? Вот скажи мне, пожалуйста, что можно улучшить здесь? Плювика я не хочу улучшать. Вот можно... Ага, хотел сказать. Рэмбо. Рэмбо, ну, можно, в принципе, и Рэмбо. Давай, вот, наверное. Вот, у него, видите, на голове шапочка появилась из кустарника. Так, это у нас испытание. Чего? Открывай новые уровни в плане. Погоди-ка. Фу ты, блин, вот сюда мне нужно идти. Ну что, побежали? Чё делать-то? Вот эта мне картинка нравится. Бежит он, главное. А, он, наверное, не бежит, его просто подбросило. Вот, скорее всего. Да-да-да-да-да, я уже слышу эти бешеные криги троглодитов. Просто бешеные крики, ребята, троглодитов этих.
Блин, мне бы сейчас, конечно, Рэмбо бы не помешал, вот если честно. Рэмбо, побежали, тут как раз по твою душу. С щитом, чувачок. Надо наказать. Надо наказать его. Вот, молодец. Вот так вот хорошо у тебя получается. Просто изумительно. Главное, чтобы не было шаманов. Стегозаврика. Вот он, этот шаманюга. Блин, да куда ж ты? Вторая волна. Да дайте мне этого шамана-то заколбасить. Все, я его огрел. Я, ребята, его огрел. Давай, 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 стегиш. Атакуй своими супер-валунами. Пока вроде бы у тебя неплохо получается. Блин, надо было... Так, 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 пока бомбит, бомбит, неплохо. Вот, я вызвал, ребята, Рэмбо. Бумс. Рэмбо, давай, давай, давай. Тут щитом выеживается что-то чересчур. Ох, сколько яблочек нахапал. Я нахапал яблок. О, даже шаманюгу. Даже шаманюгу мы с вами тут дубанули. А, стегач может быть только один. Вы поняли? Ну, если не поняли, то знайте, что стегозавр максимальное количество вот в призывной армии. В призывной армии. В армии, так сказать, моих динозавриков он должен быть один. Понимаете, да, о чем я? Так, 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 он... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Фу. Повезло нам тут по крупнику, если честно. Что за боль? Что за боль? Шаман, ты достал тут, серьезно тебе говорю. Отдохни, малька уж, доставучий какой. Да ну-ка нафиг, опять эта мымра идет. Да что ты будешь делать? Ребят, и шаман тут. Блин. Ну вот как тут можно? Я не понимаю. Серьезно говорю, я не знаю, как тут можно. Нет, конечно, можно замораживать ее, но это как-то... А вот эти говнюки мешают нам, да? Вот эти говнюки мешают. И это факт. Ну где моя супербомба? Яблок, нехватка яблок. Обалденная нехватка яблок. Заморозься, гад. Да этих, блин, ну чего-то вот, я не знаю, чего-то не хватает. Чего-то мне вот хочется, не знаю чего. Выпустить Рэмбо. А он, наверное, здесь ничего хорошего не сделает нам. Чего-то мне кажется. Давай вот так вот попробуем. Стегыч! А стегычу по барабану. Ну, блин, эти еще метатели вонючие. Вот, вот действительно они достают. Ай, как же тут... Они почти в уцели, ребятули. Они почти уже атакуют. Вы что, вот специально так делаете? Я не могу понять. Ты хоть что-нибудь сделаешь? Ты у... Плювик, ну. Сейчас как по яйцу даст. Фух. Шаман, вот он, ребята, шаман этот. Вонючка. Плювики, убейте с факелом чувачка. Они не могут. Они не могут, они тупят. Слушай, ну посмотри, я уже трачу и заморозку, и валуны. Ну как же так? А что дальше будет? И мне страшно уже представить, что там будет дальше. Ух, победите 1000 троглодитов. Уже 500 завалил. Да, все сложнее и сложнее становится. Так, Рэмбо, обучение завершено. У нас монет что-то как-то маловато. И нам нужно обязательно вот это вот пройти. Открывай новый уровень. Подожди, а я что, не могу? Слушай, а как? Мне нужно... Открывай новый уровень. Или подожди... Ребят, ну мне придется подождать. Вот, видите, 23 часа. Какой-то дебилизм, вот если честно. Нафиг вот так вот делать? Вроде как бы детская игра, да? Они вот так вот издеваются. Либо открой, это, соответственно, надо купить тебе. Либо просто жди сутки.
Да, сутки подожди, тебе откроются, ребята, уровни. Ладно, дорогие мои друзья, на этом придется мне закругляться. Конечно, не по моей воле это все. Будем ждать сутки. А потом, как обычно, встретимся с вами и продолжим играть в эту замечательную и сложную уже игру. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи, до новых скорых видосиков.